Так, всем привет, всем добро пожаловать в Welcome Hell. Я, короче, посмотрел, как надо сделать. Боже, какой я тоже долбоёб. Я же это не сделал. Но зато посмотрели другую карту. Excuse me. Видите, у нас билет. Да-да-да. We have... По сути, сейчас должен оказаться на поезде. Все, валим отсюда. Пора домой. Пора домой. So, we're back from hell. I can say this phrase, all, what next? Maybe talk to Reaper, he must know all these other world formalities. Oh, what fun it is to ride in one... Hi again, I was wondering... Hello! I want... You can wait here until he sobers up, or check the heaven side. Can we start over? Hello! I'm so happy to meet you! Привет, я так счастлив вас встретить. Кто это? Is someone inside? Or it's talking... It's me! The tram! Да я, трамвай. Меня зовут... Прости, я зовут как? Ты ангел? Are you mate? Low-tech angel? Я так же, что вы так меня звали. Нет, я точно, что я рай. Не моя родина. Мои друзья рассказывали, что в прошлом я был в плохом поезде. Do you remember something from the past? Not much. Не особо. Не можешь очистить и заодно прийти. Меня почему-то остались. Where will you take us? Heaven, I hope? Above the clouds, to the place of peace and joy. I'm so happy to deliver you there. I was here before, and no one answered. As always, when you ask for something good. Oh, I'm so sorry. Perhaps I was sleeping and it happened to me after that accident. Now I'm happy to help you. Happy guys always freak me out. Авария. So it's not safe to drive to heaven. Oh, don't be worried. It was another life. Someone died? I can't remember, but I recall tremendous speed and a hit. And now you're happy. I know. We're ready. Warm up. Please enter. Прошу вас войти. Да все, а ты, блядь, еще не конец. So, will it be kind of vacation after hell? Well, ну, we'll know it in the sequel. Let me turn on the appropriate music. Perfect place to advertise some music service. Write me, big companies. Пиши мне больше компаний. Это игра прекрасная, легкая мелодия. Oh, come on. О, ну, come on. Я хочу посмотреть что-то подобное. Это конец! Ждем продолжения! Nice. О, огонь! Now we can go. By the way, кстати, у меня I still have that cocktail from the bus. So the trip won't be so boring. Вечером терпеем быть со мной. История Константина Малахов, Дмитрий Чернов. Конец! Блин, ну... Это конец. Теперь вот все будет... игра будет играть в районе, как я понял. Теперь мы отправляемся в рай. Ждем вторую часть. Может, что-то будет после. Я титры не могу пропустить. Видите, нет. Да я даже не прочитаю, я даже их не читаю.
Нейтан Бейкон, Анжела. И Брайан Сивали. Симон, Смерть, Мистер Пейн. Один человек озвучил все. Висин Фьюнер, Дьявол и Секретарь. Мне вот он нравится, Смерть. Константин Малахов. А самое время нашей семьи, друзьям и тем, кто верил в нас. Hi again. Hello. We can wait here and or. Нет. This is a bad choice. Believe. Damn. This is a bad. What fun it is to ride in a one horse. Hi again. Hello. We can wait or. Hi again! We should take you with and leave you in hell. Greetings, your brother. Могу я вернуть чашку? I read it all! Hi again. Hello. We can wait or. А, ну все, мы прошли игру. Я просто попытался, может, что-то еще можно сделать. Ну, кроме как сесть на поезд и уехать в рай. Как я понял. Интересно, а тут сохранится все мои данные-то? Ну, второй части это. Или игра начнется заново. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи и всем пока. Увидимся в новых играх. Всем пока. Увидимся. Так, ладно. Всем спасибо и всем пока.